Герой нашей сегодняшней передачи является наглядным примером пословицы «Талантливый человек талантлив во всем». Это удивительная женщина, талантливый педагог, учитель с большой буквы. Она внесла значимый вклад в культурное развитие нашего города и отмечена множеством грамот и наград. Ее очень любят воспитанники за высокий профессионализм, искренность, доброту. Она прекрасный руководитель песенных коллективов, всегда может организовать и вдохновлять других. Она композитор и поэт. И все это речь идет об одном человеке, преподавателе музыкальной школы Ольге Никитинской. Родилась Ольга Никитинская в селе Кневичи в Приморском крае. Переезд семьи в город Саки сыграл решающую роль в жизни и творчестве Ольги Никитинской. Отныне вся жизнь ее связана с этим городом. Ольга заканчивает Сакскую среднюю школу номер 5. С особой теплотой Ольга Никитинская отзывается о своих родителях. Отец Филипп Федорович Кузнецов был военнослужащим. Он долгие годы работал в школе военруком. Мама Любовь Николаевна Кузнецова работала учителем младших классов. Наша героиня отмечает, что самому ценному в жизни ее научили именно родители. Это любить жизнь и людей. Самым щедрым подарком считает жизнь, которую они ей дали. В свою очередь, она и сама оказалась щедрым дарителем, дала жизнь своим детям-двойняшкам. Когда-то очень давно у меня был разговор с мамой. Я говорила: мама, вот представляешь, вот кому-то Бог дал какую-то бешеную красоту, кому-то дал замечательный голос, умение писать стихи, умение рисовать. Вот. А мне вот ничего не дал так, чтобы вот очень ярко. Мама сказала: не гневи Бога, тебе Бог дал всего понемножечку. Самое яркое событие в моей жизни, я так считаю, это вообще то, что я появилась на этот белый свет. Это замечательно, я благодарна своим родителям, что не своим родителям Филиппу Федоровичу Кузнецову, Любовь Николаевне Кузнецову, за то, что они научили меня любить жизнь, уважать людей, любить людей, дали мне образование. Сама Ольга Филипповна рассказывает, что интерес к сольному пению у нее проявился рано, потому что она выросла в очень музыкальной семье. Вся семья поющая, и пели мы не просто в один голос, а пели многоголосием, пели с настроением. Я выросла на военных песнях, поэтому, в общем-то, для меня не было проблем выбора специальности. Интересно, что долгое время в семье считали, что маленькая Оля медведь на ухо наступил. В творческой поющей семье это звучало как приговор. Однако в 5 лет девочка запела, ее было уже не остановить. С тех пор Оля пела всегда и везде. Музыкальное образование Ольга Никитинская получила в Сакской музыкальной школе по классу фортепиано. Затем окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по специальности хоровое дирижирование. Со второго курса стала совмещать учебу с работой в Сакской детской музыкальной школе, где работает по настоящее время преподавателем по классу хора, сольфеджио и сольного пения. С 2000 по 2007 год Ольга Никитинская возглавила Сакскую детскую музыкальную школу, затем перешла на преподавательскую деятельность. Ольга Никитинская никогда не переставала учиться, твердо веря в то, что учиться никогда не поздно и стыдно не учиться. Поэтому в 2006 году наша героиня поступает в Крымский инженерно-педагогический университет по специальности музыкальная педагогика и воспитание, успешно его заканчивает и в настоящее время продолжает учиться в магистратуре этого университета. Про творческий путь Ольги Никитинской можно рассказывать много. В разное время она руководила хоровыми коллективами города Саки, самодеятельными хорами Ядоброма, санатория Саки, мужским вокальным ансамблем санаторно-курортного объединения города Саки, которые были победителями городских, региональных и республиканских конкурсов и фестивалей. Более 15 лет я руководила народным любительским вокальным квартетом районного дворца культуры «Хорошее настроение». И этот квартет также был лауреатом республиканских конкурсов, всеукраинского конкурса и всесоюзного конкурса фестиваля народного творчества. Свою основную работу как преподавателя в детской музыкальной школе удается совмещать с творческой работой и репетициями с квартетами «Фантазия» и «Каре». Итогом творческой работы квартета «Фантазии» стал диск «Когда поют и сердце, и душа», который вышел в 2007 году. Действительно, вся моя жизнь связана с квартетом «Фантазия» и с людьми, которые поют в этом квартете. Я считаю, что самые яркие впечатления, творческие впечатления, в первую очередь связаны с квартетом «Фантазия», моей деятельностью в
Саксской детской музыкальной школе, потому что это и первое выступление на сцене как маленькой девочки, когда я только пришла в школу, первый опыт преподавательской работы, первые какие-то яркие успехи как преподавателя, когда мои учащиеся поступали в музыкальное училище и высшее учебное заведение. Вся жизнь нашей героини – это творчество. Ольга рассказывает, что ей все интересно. В ее жизни был опыт работы на радио, писала статьи для газеты, сочиняет стихи и музыку в свободное время. У Ольги Никитинской есть мечта – написать книгу. Круг ее увлечений очень широк, на все лишь не хватает времени. С особой теплотой и гордостью Ольга Никитинская отзывается о своих воспитанниках. «Мои ученики – это моя жизнь», – так говорит о них Ольга Никитинская. Школа – это часть моей души. И мои ученики – это моя жизнь. Практически все время, которое у меня есть, а время мое расписано по минутам, это работа. Отдых у меня – это смена вида деятельности, хотя деятельность одна и та же. По словам ее воспитанников, Ольга Филипповна не просто учитель, это учитель с большой буквы. Она постоянный и не ослабевающий источник творческого вдохновения, в котором дети так часто нуждаются. Какую бы дорогу в жизни ни выбрали ее воспитанники, искусство стало духовной сутью их жизни, росло корнями в детские души. Любимый педагог всегда с позитивной улыбкой на лице. Желает нам только лишь добра. Женщина с таким музыкальным, творческим стержнем внутри, но доброй улыбкой на лице. Заинтересовывает, захватывает работа с ним. Ольга Филипповна находит подход к каждому ученику. Она, даже если ругает, то наоборот появляется стимул работать. Нет такого, что все, больше не буду заниматься этим. А всегда вот именно по-доброму, всегда помогает своим ученикам. Если ругают, то добро. Свою задачу как педагога она видит в том, чтобы развивать в своих воспитанников чувство собственного достоинства, любовь к своей школе, родному краю, предмету, которым они занимаются. Тогда мы сможем вырастить достойных граждан своего государства, считает педагог. Она отдает детям всю свою любовь, знания и умения, и дети отвечают ей тем же. Многие ученики продолжают традицию детской музыкальной школы, когда учащиеся становятся преподавателями. В этом и цель работы преподавателя, потому что мы музыкальная школа, главная цель преподавателя музыкальной школы – это даже не воспитать музыканта, это воспитать хорошего человека. А музыка, она делает человека отзывчивым, добрым, светлым и пробуждает в человеке, наверное, самые-самые хорошие чувства. Я, наверное, отдаю своим ученикам часть своей души, отдаю свою любовь, и все это возвращается ко мне. Я это чувствую хорошую энергетику, когда я прихожу в класс. Вот вы, находясь в моем классе, чувствуете, насколько здесь уютно, хорошо, тепло и здорово. И когда я прихожу в класс, я забываю все какие-то неприятности, которые могут со мной случиться. Каждая минута педагога расписана, поэтому времени на семью остается немного. Однако родные уже привыкли к такому динамичному образу жизни. В общем-то, семья моя уже привыкла к такому образу жизни, к такому ритму жизни. Ритм жизни, я считаю, бешеный, потому что нужно все успеть. Нужно и к занятиям подготовиться, и с детьми позаниматься, и, в общем-то, дома что-то успеть. И подготовиться к университету, потому что это тоже требует времени. Но есть ночи, когда можно этим делом заниматься. Почувствовать себя счастливой женщине помогает поддержка семьи. Ольга Филипповна рассказывает, что в ее домашнем мире все хорошо складывается. Ее окружают любимый муж, дети и внуки. Про таких людей, как Ольга Филипповна, говорят, что они душа компании. Окружающим с ней всегда интересно общаться. Она любит жизнь и радуется каждому прожитому мгновению. У каждого человека, занимающегося творчеством, есть свой секрет, как оставаться молодым душой и телом. Наша героиня искренне верит, что люди, которые поют, занимаются музыкой, они вне возраста. В любой компании я, в общем-то, могу сесть за инструмент, поддержать и аккомпанемент какой-то песни, и сама исполнить. И, в общем-то,
в школе наш дружный коллектив, когда собирается, у нас есть свои песни, которые мы исполняем всем коллективом вместе. У нашей героини можно многому поучиться. Ольга Никитинская никогда не останавливается на достигнутом, а продолжает искать идти вперед к достижению новых целей. Она продолжает дарить окружающим свою любовь, радость, хорошее настроение, свое творчество. И своей жизни без этого не представляет. Это помогает ей чувствовать себя молодой, полной энергии, готовой еще на большее. И в этом, наверное, и заключается формула успеха и счастья нашей сегодняшней героини.